Итак, друзья, всем привет! И по многочисленным просьбам показать, как я собираю самодельные колоночки. Смотрите, собираю их по линейке. Везде все расстояния я соблюдал, чтобы не накосячить и везде крепеж закрутить ровно. Это саморезы, да? И, соответственно, все привалочные плоскости вот, выровнены на станке. Они вообще все ровные в идеале. И я нанес на стыке такой клей, хороший клей под названием жидкий гвоздик. Это такой материал, который склеивает очень хорошо дерево, деревянные поверхности. И также можно склеивать металлические поверхности. Но для металлических поверхностей он как бы не подойдет. Но все равно он приклеит железку, например, к воротам, да? Или еще там что-нибудь. Ну и так, погнали дальше. Ребят, не экономьте на крепеже. Крепежа очень саморезов, у меня очень много ушло, и правда я не считал сколько штук, но там посмотрите в дальнейшем фотографии и можете посчитать сколько штук саморезов я потратил на одну колонку. Так, ребята, смотрим дальше. Цель сбора этих колонок, вообще цель их эксплуатации. Они будут стоять у меня в машине, в кузове, соответственно на улице. Вот, поэтому и выбран был USB или USB или USB лист. Как хотите, так и называйте. Это лист, который не боится вообще воды, дождя, соответственно, вот, перепад температур, влажности высокой. Он этого всего не боится, поэтому он очень-очень устойчивый к окружающей среде. Дальше, ребят, смотрите. Сейчас я их буду красить. Вот сейчас я их крашу, пацаны. Крашу я, соответственно, из баллончика, потому что смысла вообще нет никакого красить их из пистолета, да, с компрессора. Просто вообще нецелесообразно, да, как бы не стоит задача. Но сперва я подумал, может быть, их шлиф машинкой полностью выровнять, но потом думаю, блин, какая задача-то вообще стоит у этих колонок, это просто стоять на улице. Но, ребят, в дальнейшем, может быть, когда они перейдут домой, потому что они собраны очень качественно, собирал их на совесть. Вот, тогда их можно будет чем-нибудь обшить, да, или сделать какой-нибудь хороший дизайн. Потому что сами колонки очень хорошие. А толщина самого листа 20 мм. 2 сантиметра. Это очень-очень прилично, ребят. Давайте, вот здесь я их покрасим. И давайте смотрим дальше. Ну и вот, друзья. В дальнейшем я планирую поставить это входные порты. Вот. А сейчас просто из корпуса колонок у меня выведен провод с сечением на 2,5 квадрата, что в принципе очень много и очень даже хорошо. Вот, смотрим. В общем, ребят, если все четко, ставьте палец вверх. Всем спасибо, всем от души.